хотел, чтобы тебя было видно. Меня маленько. А? Нет, что? Что меня так видно? Как ты материшься? На меня за все подряд. Всем привет. Ездим, дела делаем. Сначала заказик отдала. Съездила и вон потом у меня одна карта Сбербанка. Закончился срок действия, приехала, они меня что-то, какие-то новые правила, все зафотографировали, какие-то все идентификаторы, биометрические данные, в общем, собирают. Там что вы делаете? Сейчас какой-то этот, Женя. Вот ты не туда поехал. Слышишь? А. Сбермобайл. Предлагали сим-карты, мобильная связь от Сбербанка, 240 с чем-то рублей кладешь, типа, на счет. А. Что-то там она объяснила, сколько там 400 смс, связь хорошая, чего-то еще. Я говорю, нет, подожди, я говорю, мне ваши услуги 250 на карту уложишь, что? 15 гигабайт, что-то им привет, а мегабайт ли там? Разговоров-то что, безлимитка? Да я ее не особо слышала, потому что мне это уже изначально... Что там, трясется камера? Трясется, ну как-то у меня, да, дорога, наверное, такая. Изначально, говорю, мне это предложение уже было неинтересно, поэтому... А почему, может, безлимит там супер-пупер? Ага, был бы безлимит, я бы еще спросила, или бы мне сказали, давайте мы вам бесплатно даем. Связь. Сим-карта сама изначально бесплатная. Я думаю, еще бы вы. Ой, нравится. Марьяна с Женей, пока меня ждали, нарисовала вон там. Ну, не нарисовала, а раскрасила этого кротика. Выходит, покажи кротика-то. Покажи рисунок какой-то нарисовал. Вот. Идет и всем показывает. А что-то батарейка у тебя садится. Сейчас вообще вырубится. Собралась Лариса влог снимать. Вот так вот. В общем, мы сейчас поедем в город. Очень заменяем красиво. Еще одну карту. Ну, как-то поставила я по-уродски. Так это резинка. Заменяем еще одну карту. Потом завозим еще заказ. Вчера у меня сломалась мультиварка. Там, что там сгорел? Предохранитель. Возьми ее. На, показать, да и все, что сломалось. Ну, думаю, может, приедем, Женя покажет. Может, у кого-нибудь такая же причина будет. Или отдельное прямо видео снять, как заменить. Ты же у нас мастер. Что там отдельно это снимать? Как предохранитель заменить, что ли? Ну, в общем, там сгорел предохранитель. Жене надо посмотреть, будет деталь. Девчонки остались дома. Садится батарейка. Рассказываю вам все заранее. Потому что, скорее всего, не буду снимать ничего дальше уже. В общем, делаем дела с Женей. Да. Девочки сегодня Ларисина вообще в школе не учатся, потому что у них какое-то там ЕГЭ. Да. Старшеклассники готовятся к ЕГЭ. Мои дела все не делаются. Делаются дела Ларисины. Ну, потому что мне одной сложно, Женя. Ну, ты сам видишь, как таскаться с ребенком. Ага, мне одному легко. Тебе одному грузить проще. Два УАЗика или три там. Да? Дров там, еще что-нибудь. Ну, так ты же мужчина. И чего? Какая физическая работа. А я когда ее должен делать? Я не могу ее ночью делать, понимаешь? Я только сейчас делаю... вместо того, чтобы я сейчас гулеванить. Все работы... А где гулеванить? Вот знаете, что делать собрался? Продолжать свой день рождения. Он до сих пор принимает ваши поздравления. Представляете, какой у него день рождения? И еще это... Что она на середину-то, слева полосы? И еще собрался на выходной приглашать своих там знакомых, друзей. Ну как? Вот так. Конечно. Устроил мне, в общем, веселые выходные. Что тебе? Приготовь, говорит, нам что-нибудь вкусненькое. Вот и ломай Лариса голову. А у меня своих дел тут выше крыши. Детей забрать туда, привезти в больницу, съездить. А, мы еще сейчас Марьяша проверили, прививку съездили. Как бы великовато, но сказали, что в принципе нормально. До этого было 5 миллиметров, а сейчас, по-моему, 6. Я застрял, короче. Женя застрял. Приехали в магазин. Набрали. Женя говорит, уже скоро в школу пойдем. А ты, говорит, все подгузники покупаешь. В общем, Женя собрался гостей встречать, готовится. Как будто бы там, я не знаю, у него президент приедет. И у меня Вано придет. Вано придет, а он готовится, как будто там президент. Президент. Тут сложите некуда, что-то у нас там. Кавардак какой-то. Это на кресло надо. Так. Бургеры на кресло ставятся, чтобы не сломались. Мы взяли себе на ужин бургер. Подсели мы на бургер. Мы обленились. Помнишь, как мы первый раз пробовали бургеры? Фу-фу.
Не те мы бургеры пробовали даже. Ладно, буду помогать выгружать. Марьяна, кстати, у нас у бабушки. Приехали из магазина. Марьяшке купили подгузники. Это в ленте. Женя купил чай, бред себе добавляет. Помыло. Так, что вышло у нас тут? 139,66. Цена 89,99 за килограмм. Помидоры. Тоже на 146,39 сок, мультифрукт. Чипсы Женя взял. Что там еще? Яблочки. Так, здесь что? Сок апельсиновый, колбаса, лимонели. Девчонкам взяли. Булка хлеба, грибы и вот такой вот сыр Виола с лисичками и сыр с ветчиной. И там еще пивасик Женя взял себе на выходные. Такое вот пиво Хайнекен и Амстел. Это друг к нему придет. Или как? Сослуживец. Коллега, в общем. Сослуживец. Ну что, Анюта? Что ты тут делаешь? Листать. Мышкой? Листать. У меня не работает вот эту мышка. Учит доклад про Носова, да? Который Ксюша сделала. Ну, Ксюша попросила, пока в магазин ездили, я говорю, помоги ей составить. Пришла проверить задание у Нютки, Женя. Купает Марьяшу. Еще нужно, как ее там? Ну, как сканировать. Рассказывать? Ну, какое сканировать? Надо распечатать. Ну, распечатать. Нет, еще план рассказа, потому что здесь написано все по-умному так, а Ане нужно, чтобы... Чтобы она по плану смогла рассказать. Ну, понятно, все ставим. Чтобы не по-умному, а то она не понимает ничего. А что вы его так расплющили-то? Не знаю, так Ксюша его так разумеет. Я его не плющила. Он ровный был. Выровни. Я все хорошо делала. Давай, Анютка, учи, уже времени много. У меня он не влазил. Пора спать. Сегодня вообще много не снимали. Сначала у меня села батарейка, пока мы с папой ездили. Да, в принципе, так же обычные наши будни. Так, смотрю, стою сетевой город. Оценки Анюткины вон. Не знаю, видно вам, нет. Ну, там что-то 3/4 во вторник. 4 по математике. И все. Сегодня они не учились. Давай сейчас проверим задание у тебя. И будем уже готовиться ко сну, да? Угу. Папа Марю купает. Вам всем скорее тоже надо мыться. Смотрю, более-менее сегодня хоть на столе прибралась. Да? Ну, здесь, правда, так бардак. Вот так тебе, наверное, много лайков и не поставили, да? Посмотрим. Ждем от вас много лайков. Давайте уже ставьте. Видео не посмотрели, а лайки ставьте. Я хочу, чтобы у меня дочь на столе на своем прибралась. Она требует много лайков, да, чтобы прибраться. Хитруля. Ладно, все, на этом завершаю влог сегодняшний. Будем сейчас проверять задание и готовиться к школе, да? Да. Всем до скорых встреч. Пока-пока. До новых видео. Подписывайтесь на наш канал. И ставьте лайк. Ставьте много лайков, Анютке. Пусть приберется уже. В принципе, если сравнивать с детством, то для меня тоже каждая бумажка казалась чем-то таким, я не знаю, супер-пупер дорогим. Например, вот как эта вот снежинка, да, у Ани лежит, она ну очень прямо нужна. И вот это вот все, и вот это вот прямо, ну очень-очень важные вещи у нее лежат. Ага. Для нас это какая-то ерунда, а для детей это прямо бесценное. Какую-то аппликацию там бы Наня сделала, да? С домиком. Ладно, все. Ты с обратной стороны, что ли, сделала? Да. Понятно. Ладно, все, я уже всем пока сказала. Всем до скорых встреч, до новых видео. Пока-пока. Пока.